ночник Плей и... Поняшка! И сегодня мы... у нас будет тренинг в Майнкрафте. И не в Майнкрафте, но это не точно. Идем на мою. Конечно, твою. На мою. Все, пойдем. Так, идем. Гуглемот, два. Все. Заходи. Я вошел. Первая смерть. Террорист Вин. Один. Я тебя пока буду ждать, а ты пока там иди. Эй, так нельзя. Почему нельзя? Эй, нельзя, давай иди нормально. Нет. Все. Давай. Это жители сразу видно. Почему мне свинки говорят привет? Давай, начинай. Ой. А чё надо карточку что-то искать? Там делай всё. И чё надо делать? Кликай на жителя. Он тебе может что-то там дать задание. На, убивай игрушек. Он мне ничего не дает. Не, он задание тебе дает. Вот. Палку. Палку бери. Это ты мне говоришь задание. Давай. Когда он тебе убить. Свинка одна упала. Я понял, что ты хотел сделать. Меня свинки бьют. Я говорю, они могут убить. Он забрать два 30 штук чем-то. Собирай их мясо. Свинки кусаются. Они... А сколько мне надо собрать-то? Ну ты помоги у жителя, там что-то у него есть. Продавец он есть. Так что, я на него нажимаю, ничего не происходит. Левой кнопкой. У меня происходит. Вот когда я левой нажимаю, у меня ничего не происходит. Дай мне тогда. Я сам нажму. Что дать? Мясо. О, крас. А что другая-то? Мне нужны нервы. Я знаю, что надо сделать. Надо найти сундука. Лопату. Я прошла. Я прошел. Где ты прошел? Ну вот я в самолете. Как прошел? Ну потому что как ты же не успел установить уровень. Вот я установил пятый левел и открыл карточкой. Не трогай ничего. Все. Все. Эй, как? Какая у тебя карточка? Пятая. Там... Просто я быстрее нажимаю. Ладно, не буду мешать. Не всех. Ты что так? Надо не открывать. Ты куда? А чё? У меня тут работает. Нельзя.
Почему нельзя? У меня работает же. Кто-то... А тебе глину надо, глину собрать. Глину? Так зачем ты сделал так, что можно было? Геймод мой. А ты в ГМ-ке? Я был в геймоде 2. Лопату там, найди лопату в руках. Я уже нашел. Там лопатой копай. Видишь, какой она тут все плохо играет. Умеет даже снимать на самом деле. И она такая 6 штук. Все, карточка светила. Ну и что? У меня... Верьте, ты открывай. Так я не могу, у тебя тут зарегистрировано на 5-ю карточку. А что тут, я когда на 3-ю? Настрой на 3-ю тогда. Все, теперь на 3-ю. А то что, неправильно вообще. А где мне взять топорик-то и рукой ломать? Топорик? А, на, стой. У тебя такое лицо смешное. Я знаю, понярка. Ему надо его переделать доски. Ему надо их 29 штучек. Этого бревна. Ну. Ты не должен мне подсказывать. Все, больше мне не нужно. Второй левел так. А тебе открывай. Я да. Снова почему-то могу 5-м открыть. И это не, я 5-м. Не надо 5-м. Ну ладно, этим. Ты знал, что я любой карточкой почему-то могу? Я не знаю. Полетели. Магия. Закрывай. Мне показалось, будет кое-что другое. Идем на твою. Да. Я тут. Ну и что? Ты где? Твою карту лети. Какой-то у тебя маленький троинг, почти как у меня. Жди. Все. Смотри. Я тебе не буду подсказывать. Я тебя оденешь. Я тебя оденешь. Я жду. Собачка мутировала. Так, давай, проходи. Клик. Да не сюда тебя. Ой, я прошел. Ну и что дальше? Ищи. А как ты проходишь? Я же маленький щенок. А ты? Я тоже могу. Там сверху. А Грэм может. Мне Грэм, Грэм, вакуум, все. Что надо делать? Не знаю. Точно не сюда. Не иди только вот сюда, вот на досочку. Ладно? Я сказала не идти. Ой! Я, кажется, настроить его забыл. Жди. Он должен был... Тебе кое-что продать. Сейчас я заново его настрою. Все, теперь иди к нему. Видишь, я тебя затроил уже. Дай тебе тэп, тэп мне к себе. Ты спавн поинт, что я не поставил? Поставь спавн поинт. Так, два. Что ты -1, -1 написал? Это наш смерть. А как он? Он продает что-то хотя бы? Не, я пошутил.
Он просто тебя убивать будет. Ну, да куда идти? Я же понял, я же собачка глупенькая. Вот поищи что-нибудь в стенках, может быть, найдешь. Где проход-то? Чё-то не то. Сейчас всё будет. Точно, я же стенку уже поставил. Прости, технические проблемы. Так, ты где? Я. Ай, я куда тэпнул я? Командос? Куда-то нажать и что-то сделать. А я чуть-чуть не могу попасть. Я надо что-то сделать. Сюда нужно? Не, не сюда. Я спряталась. Смотри, я спряталась. Ой, прости себе, тебе не сюда. Поищи в стенках. Тут нет нигде в стенке. Есть. Вот сюда. Проход. Не надо помогать, ты сам пройду. А что она убивает? Да, убивает. Тебе надо как-то там пройти. Вот это вот я проверила. А как я тебе требую? Вот. Проходи. Ты должен как-то тут пройти и сразу выпрыгнуть. Я же это как-то делал. Ну я подыхаю. Не бойся, это возможно. Все, ставь спавн. Все, молодец. Вот тебе надо как-то сразу вот так вот. Молодец. Что дальше? Не знаю. Вот так вот может. А, не. Надо как-то вот прыгнуть туда. Попробуй на ускорении прыгнуть. Паркур быстро. Я этот вперед прошел. Надо было бежать, собачка. Тебе сюда надо. Ты неправильно. Я да, это видео не. Спавн поинт ты-то будешь ставить? Да, понял. И что тут дальше? Паркур. Мы сейчас пытались видео снять про паркур. Вот она помнила это. Я же собачка. Ты что? Тебе зомби. Ну нормально. Что мне кажется, что ты сейчас дракона включишь. Пони, литл пони. Не надо. Я сниму. Ты так долго тебя занимает. Милая пони, пукни на всех нас, ананас, сус, рандундун, офигеть. Читер. Офигеть. Как можно было? Я даже тут стою. Алло. Я микрофон на время выключил. Алло. Я вас слушаю. И дальше куда? Так. Он выключил микрофон. Придется ему все заново проходить. Одна ошибка и все. Почему ты не хочешь включать микрофон? Ну ладно, придется его слушать. Ну, точнее не слушать, а видеть без микрофона. Ту-т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 у
как можно было на этот блок натыкнуться? Ладно, я тебе сделаю бонус. Ой, что такое? Тебе потому что придется еще тут думать. Вот, все. Проходи. Нет, брат, достает. Отправляем бота. Да. Скоро интернет мог вырубить. Нет, туда. Он пал. Сколько поинтс? Я у меня не паузится. Наконец-то ты додумался. Я видел их. А чё ты тогда не додумался прыгать? Я подумал, то на том можно. Так, снова. Отключил микрофон? Нет. Надо ждать его, пока он еще. Что? Он покинул. Алло. Только сейчас он сейчас сюда. Он летит сюда, летит, летит. И прилетает сюда. Потом я его буду телепортировать в один лабиринт. Он может будет только тут умереть. Так. Так, я поставлю ему тут спавн поинт, он там умрет и все. Вот так вот все будет. Он меня предупреждал, и у него интернет там отключен. Ну, короче, встретимся, когда он будет. Ну, когда я подключусь к нему в скайп. Пока.